тебя много энергии. Сделай так, чтобы мы офигели от того, что ты сделал. Понимаешь? То есть ты делаешь и представляешь нам готовый продукт. И этот готовый продукт, слушай, не перебивай, внимательно слушай, это результат деятельности твой и твоих двух человек. В зависимости от того, как ты его сделаешь, я буду понимать твой и их уровень. Понимаешь, да? Вопросы есть? Маленький один. Какой? Я хотел, чтобы вы утвердили концепт. Сделать так, чтобы мы охуели. Понимаешь, да? Вперед.